то, что пошел разговор в университетах, что некоторые вузы переносят сессии на поздний срок, потому что студенты должны быть в городе и проголосовать так, как надо, то есть за Тукаева. Этот разговор, этот сигнал плохой. Он уже говорит о том, что в этих, как минимум, ректоратах люди думают все еще по старинке. Это означает, что, как минимум, если есть где-то наверху в Астане некое представление о том, что выборы и вообще ситуация политическая должна хоть как-то меняться, и они на это работают, это сигнал для них, что надо что-то делать с этим. Не надо, ну, надо, не надо, ладно, другой вопрос. Значит, первый сигнал. Второй сигнал, плохой сигнал, это то, что обещали, и в частности было обещано президентом, по-моему, Назарбаевым или и старой командой, что учителей не будут привлекать. Учителя пошли по квартирам. Уже практически по всем, я вот как бы неоднократно слышу о том, что их заставляют бесплатно делать то же, что обещали не заставлять делать в предшествующий период. Есть это два очень плохих сигнала, говорят о том, что система, если даже сверху она готова к изменениям в администрацию Тукаева, то вся вот эта вертикаль, которая привыкла работать по старинке, она будет работать по-прежнему. Это означает, что для нас, условно простых избирателей, ничего не поменялось. И это вот в плане, а это все вместе, оно очень тесно взаимосвязано. То есть у людей, как бы даже из тех людей, которые надеются или будут помогать новому президенту в его политике, то, что эти методы опять востребованы и активно используются, это вот на этом уровне, ну, возникает представление о том, что ничего не поменялось. Соответственно, эти люди не будут как бы поддержка, опора для новых каких-то изменений или для новых запросов, что ли. И тогда, ну вот я на это таким образом смотрю. Наверное, этих сигналов много, ну, в частности, действия полиции, вот это ненужное, не то что подмена, я даже вообще не поняла, что произошло с этим протоколом, с этим названием, за что задержаны эти молодые люди. Все это говорит о том, что работы предстоит очень много, и она пока что не началась, видимо.